Ебанский городовой опять включил запись. Будет часть вторая, ребята. Все, поехали. Доскринились, короче. Перепутал кнопки, жмякнул запись. Ладно, будет часть вторая, ничего страшного. Все, полетели дальше. Совершенно, ребята, не хотел. Промахнулся. Что там, на дыбах, что ли, прешь? Не, ну да, 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 вон, стригу газон. А ну, дерево. Нет, дерево не хочет. Так что вот, ребята, часть вторая. Вторая часть нашей покатушки. Случайно нажал кнопочку, отрубил запись, пока скрины делали. Так что не обессудьте. Ну ничего, кому интересно, я думаю, посмотрят. Поехали, Рома, палки... Еду. Палки вести, повезли. Блин, хочу поставить текстуры там водички, немножко подрегулировать, попрозрачнее сделать, чтобы дно было видно. Думаю, наверное, получится. Ой, я тебя не вижу, ты где? Судя по твоим фарам, Рома, во. Далеко. Судя по твоим фарам, я далеко. Ты лопат-то поднимешь, может, едешь там? Ну ладно, подниму. С такими успехами ты бы еще якорь сзади кинул, короче, и этот, пахал бы тут асфальт. Да, видно тебя вообще отличненько, и значок, и фары. Чешешь. Ну ура. Он тень твою видел. Вижу тебя. О, лопата от фонаря там посветился уже, все. Что-то ты меня догоняешь, походу. Ну, конечно, я на повышайке. А, ну я на 7-й передачке на автоматике еду. Все, ребята, вот так синхрон света работает в мультиплеере. Трактор к мультиплееру готов. Так что все отлично. Там, ладно, там немножко попрыгивает прицепчик, и все это, как говорится. Так, далеко уехали. Мы же дом проехали уже, да? Слушай, я не знаю. А, не, вот сейчас поворот будет. Направо надо? Да, да, да. А куда ехать? А тут некуда ехать. Так. Что-то мне нужно. Давай тогда еще чуть-чуть вперед. А где вообще есть-то? Какой дом нам еще дать? А, нет, ну да, тут. Ну да, по сути, где-то тут должно быть. Следующий поворот, Рома. Да, наверное, следующий. Спасибо, Сусанин. Давайте отрежем Сусанину ногу. Постойте, ребята, я вспомнил дорогу. Да? Это про Романа. Так, где-то тут, где-то рядом. Блин, надо двери закрывать, а то вдруг медведь выскочит. А у нас тут канистра с бензином, да? Что тут, наверное, не? А, вот где-то направо. Вот где-то направо, а где направо? То ли я уже протупил. Может, там где вот... Да, уже можно было ехать, да. Поворачивай здесь, там, по сути, лес не густой, проедем. Поворачивай к черту. Да, мы все-таки на ДТ, правильно, да? Ну да. Это, блин, вам не хухры-мухры, парни. Да, мы маханули и проехали поворот. Там поворот служит должен быть, кстати. Вот он. Где-то тут должен быть. Блин, фары светят. Я даже не понимаю, куда еду. Понимаю, что куда-то туда. А куда туда? Как тут ехать? Рома где-то там застрял опять. Зацепился за дерево лопатой. Блин. Рома, надо как-то тут ехать. Я не пойму тут. Тут какие-то палки. Не, нормально все. Ёлки, мы хоть туда едем-то, я даже не могу ехать куда. Еду? Нет, тут, по-моему, прямо надо было тебе. Ну да, ты или... А, ну или тут можно. Я прям так поеду. А, все, вон я вижу, слева. Блин, а тут камни-то какие, ёшкин кот. Надо фары вырубить, дальний свет. Еще в дальнем пути темно вообще. Все, я разгрузился. Сейчас
Сейчас я с этой стороны. А тут вот эти вот бревна, вот эти лежат, их нельзя брать? Интересно. А? Ой, не знаю даже. Наверное, нет. А, у тебя ШПКУ, попробуй. Сейчас я отцеплю прицеп. Ну-ка, сейчас я. Сейчас я дам жазу в этой двери, оторвут пару палок. Да я думаю, навряд ли. А, блин, она на шестерке же. Сразу повторяю, ребята, кто шестерку врубал, имейте в виду, что после того, как вы вот этот автоматический вверх-вниз ее дернули, да, обязательно, блин, я уже текст какой-то пишу, йоу. Ну, я вижу. Так, а, блин, уже просто мозг-то не работает, что писать надо, что делать, пятерка. О, есть там так все. Блин, тройка еще надо, может, маленькая. Так, одна готова. Ага, он упирается в эту. Там шляпа CDT стоит, смотри. Ща. Вау, ни хрена себе. Все это, короче, понятно. Все это, короче, на букву Х. Угу. Не стырить тут полено. Не прокатило. Так. Ну что, ребят, хочу сказать. В группе скоро состоится... Как скоро? Как только наберется 2000 подписчиков, да? Состоится розыгрыш игры Battlefield Company 2. Значит, будьте поактивнее в группе. Естественно, на канале подписывайтесь туда-сюда. Подтягивайте всех, лайки, делитесь видео и так далее. Будет лицензия стимовская разыграна как наберется 2000 человек. Значит, в группе. И как только наберется 2000 человек на канале, тоже будет розыгрыш лицензионной игры. Какой игры, пока не знаю. Возможно, Need for Speed Pursuit, да? Возможно, да, да. Возможно, спинка, значит, возможно, Dirt Rally 3. То есть там, возможно, ETS-ка вторая, все будет стимовская, то есть там я уже буду определяться там дальше. Что там, где и как, какая игра будет. Ну, будет лицензия стимовская обязательно. Что в группе, что, ребята, на канале по истечению 1000 человек подписчиков. Так что ловите момент. Чем раньше начнете активно действовать в группе и на канале, ставить лайки и так далее, больше шансов победить. Вот Рома уже в свое время, сейчас все, наверное, уже и репостит, и лайкает, короче, он уже выиграл игру. Да, очень удачно. И, кстати, вот за счет этого он, ребята, вот с нами теперь катается. То есть познакомились, когда вручали игру, человек несколько раз там обратился туда-сюда, и вот видите результат, что теперь гоняет с нами на стримах, то есть тестит тачки и так далее, в мультиках, которых еще даже, скажем, по сути, никто не катает. Угу. Да, и кстати, некоторые вот... некоторые не будут катать, кстати, некоторые машины, которые катает человек. То есть поэтому, ребята, все зависит от того, насколько вы адекватны, понятливы и так далее. Да, я вот очень понятливый, я прям это самое, Дима вот заразился мододельством. Да. Сам уже что-то ковыряю. Мододопиливанием, короче, да? Да. То есть, да, Рома, да, уже сконвертил машину тоже. Я думаю, что не знаю, как скоро, но выйдет в свет его творение. Да, гусли-то пляшут вообще не по-детски, блин. Так-то, да? Угу. Да не, ну и так хорошо, как бы. Ну, сам, в одиночке, сам, получается, если самому ездить, сам очень красиво. Да он и сам так адекватно, в принципе, едет-то, по сути. Так что, как-то так. Угу. Ой. А ты чё, соляра кончилась? Да нет, не доткнул автомат. А-а-а, я камень сейчас брюхом. А-а-а, вот так вот могу.
Так, это, что, может, прицепчики другие возьмем, через речку поедем? Я не знаю, какие хочешь. Давай я возьму на 6, ты возьми на 2. Давай. Как бы тоже вариант. А 4 еще какой-нибудь есть? Ну 4, нет, вот эти 2 по 4. И все. 2 по 4, 2 по 2 и 1 на 6. По-моему, так. Угу. Ну я думаю, и так, в принципе, как бы за глаза, то есть. То есть все, что смог я найти, да и у меня и так уже сил уже просто и терпение, скажем так, тоже на пределе. Угу. Вот этих всех. Еще любителей всякую хрень пописать, которые сидят, вот просто, видно, по жизни люди плохие, редиски, короче, да? Да, да, да. Сидят, вот, мне кажется, как уже говорил, золотой трактор им поставь, идеальный, да, и они скажут, что это говно. Поэтому... Слишком хорошо. Да. То есть, есть люди, у которых, по-моему, все по жизни говно, поэтому... Как бы, что обижаться? Всяких хватает, да, людей. ПКУшка, да? ПКУшка нормальная, кстати, я не знаю. Кстати, можно было вот загрузиться, проехали только что эту какую-то точку. Или это этот лесоповал, да? Да, тут еще один же лип. Вот тут два. Два? Это который из них? Вот это верхний, который. Это который где? Верхний. А мы уже его проехали. А, здесь слева точка погрузки ручная. Да-да-да. Может, давай погрузимся тут, если что. Сможем мы тут развернуться-то? Давай. Да, ну да, людям продемонстрируем, меня... я. И могу. У меня что, лопата есть, сейчас все прочистим. Не, он слева, слева, слева. Да я развернуться, наоборот. А, не, я прям тут пролезу. Я так, чтобы, знаешь, этот... По камушкам. Я как-то не хочу буксовать. Так, как бы мне... Где-то я видел справа, это светилось хреновина. Я посмотрел. Где-то вот тут вот. Вон она. Вон она, заезд на нее. Откуда? Я тут заеду, если я направо сейчас ломану. Короче, я ломану, только сам не знаю куда. О, черт. Ну там узковато, как... но можно пролезть. Как тут? А что это вот же поворот был? Где я повернул сразу? Ну вот. Так, а вот я вижу тебя. Давай сейчас я тут. Так, куда мне лучше встать, как-то поудобнее будет? Да встань куда-нибудь, я не знаю, я сейчас отцеплю прицеп просто. При тебя заезжу. А я могу, например, твой... Алло-алло. Слышишь? Чё ты можешь? Я могу, например, твой прицеп отцепить? Нет. Нет? А, понятно. Ну это ж этот самый. Незадуманной игрой, как бы, да. Только поленья можем передавать, да? Угу. Так. Так, сейчас мне сообразить, что опять нажимать-то. А, блин, на шестерке нужно опять. Шестерка. Тройка. Ой, фары включают, смотри. Для этого, для работы нет. Нет. Чуть ниже, ниже. Так, пятерочка, открываем, добрала. И погнали. О, пониже надо, блин, назад. Тройка, ниже вперед на мины, блин, опять не тройка, еще ниже. Ну вот так, четверкой можно, конечно. Опаньки, назад машина. Так, четверку все-таки придется ковырять. Ой-те-те-те-те, стопе. Четверка, пятерка, забираем. Забираем груз. Забрал. Три.
А там сколько надо для погрузки? 2 или 4? 4 надо только на этот самый, на 6-очковый. А, тут на, по 2, на, да? На эти все по 2, что на 2, что на 4, как бы все равно без разницы. Так, надо как-то что-то передавать вот эти пиндосы-то, да? Так. А как? О. Так, одно есть. О. Есть. Опа. Ой. Что загораживает? Ну-ка, да я сдвинусь. Может, я тебя загораживаю? А может, кстати, по высоте, да, ПКУшка загораживает. ПКУшка-то висит. Готово. Е-е-е. Так, ну что, я сгоняю за этой самой, за ПКУшкой. И ты будешь долго меня грузить-то потом? ПКУшка, я давай сам по-быстрому загружусь тогда уж. Раз уж пошла такая пьянка, режь последний огурец. Ой, тебе надо прицеп двинуть. Кому? Мне? Зачем? Ну да. А он что-то, я смотрю, как-то криво там стоит. Да и пусть стоит криво, мне пофиг. Я и так должен победить. О, давай тут потом по к асфальту напрямую рванем через заправку. А что, у тебя солярки уже что ли нет? Да нет, есть, но так просто. Что по кругу ехать, и надо ж полностью показать все возможности гусениц. 4, 3. Да я уже все уже кнопки поперенажимал. 3, где тут вверх-то? 5, у тебя бревен-то не видно, тоже эти тени, да? У меня в ПКУшке торчат. Да. Ну, у тебя-то видно? У меня, да. Ну, да. Ну поэтому я тоже подумал, если я буду грузить, видно не будет. Так, тут борт-то высокий, тут надо будет на четверке подниматься. Так, у меня троечка. О-о-о. Еще и высоко стоит, сволочь. А, не, нормально. Так, чутка бы еще. Собака. А! Все! Собака и прицеп отъехал, ты глянь! Покатился, скотина! Вот вражина! Только я прицелился, запихнул так нормально. Вот гад, ну. То есть он не хочет сдаваться, да? Четверка. А, он в козел врезался. Нет, отъехал, у него дышло, завернулось, и все, он встал. Так. Так что все нормально. Сейчас я его доколбашу. Все, нормулик. Все, я загрузился. Сейчас подцеплюсь и все, отличненько. Так, его еще надо прицепить, чтобы брови не вывалились. Не, он нормально вообще как бы. А, ну там же борта у тебя высокие, да. Он без проблем, кстати, цепляется. Единственное, что вот не надо гуслями наезжать на этот, на дышло. Кстати, вот оно у меня еще, когда я тогда разворачивался, вот в гараж-то я попасть не мог, да, гуси цеплялись как раз за задушку прицепа. Да. Вот за дышло, когда цепляется, то да. Да. Это на любом она. И вот у него проблема. Вообще, наверное, я думаю, проблема у всех вот этих. Как их? Ну ты едешь, нет, что-то ты застрял. Нет. А что я не еду? Спрашивается. Не знаю. Пенек.
Так, сейчас опустим. Ну, как бы и на траву их загонять. Они прилипают гуслями к траву, короче. Не, я не вчера хочу. Я вчера даже сам пробовал. Загонял. В итоге реально прилипает. Уже даже кто-то писал в комментах, что он прилипает, они. Так куда ехать-то? Так и ехать по этой дорожке? Ну да, потом, по-моему, правее чуть-чуть. Вон я заправку вижу, смотри. Левее, наверное, нет? А, ну может. О, пляшет прицеп. А, это я оппиндос. На ветках. Оппиндос за колесо треснулся. Я тут направо, короче, поехал вокруг. Налево. Ну да, налево. А, блин, чуть березу не поймал. Я заправляться не буду, я прям транзитом через заправку. У меня еще канистр с собой. Даже без остановки. А, ну, по сути, у меня 183 литра еще. 181 у меня. А, ну вот. Это тоже не буду. Сколько там в канистре? 40. А, большая канистра. Ну да, такая прям про запас. Ну чё, как ты думаешь, где будем переезжать-то, тут? Или поедем всё-таки через широкую Ломанём? Так, а широкая это где? Широкая это где в конце, где пилорама. Нет, нет желания. Давай широкую попробуем. Погнали тогда через асфальт. Нельзя это самое лопатой шуволькать. Давай ты этот сплошной видишь там, обгоняй, если будешь. Я иду по своей полосе. Вот, и камни там не цепляешь, когда едешь. А тут так. О, я грибочки раздавил. Кривой, так, тут поворот, да? Нет, там где вот мы ехали на ту пилораму. Прям там заезд прям с той пилорамы, короче. Так что валим туда. Вот она, вся красота гуслей в мультиплеере. Кстати. Норма, ты на повышайке, что ли, чешешь? Смотрите, обходишь меня. Сейчас, сейчас я тебя нагоню. Так. Ну давай так же заезжаем, как мы на нее заезжали. Давай вот туда, так, уже тут поехали налево, сейчас нам будет видно эта лужа просто и все. Как налево? Направо? Нет, поехали по асфальту налево и через пилораму прям по-людски там по дороге проедем, где мы выезжали. Правильно, правильно едем. Угу. Где-то тут будет лужа, я помню точно. Вот она. Я уже вижу эту губу. Вот она, все поворачиваем вот тут вот. Ну все, и погнали. И по дороге мы пошлепали прямо на этот, на пилораму, по-моему. Да? Чё ты, Рома, там опять где-то залип? Он, получается, под горку по грязи с дифом на повышайке не хочет ехать. Я не знаю, я еду на автомате, у меня все хочет. Ну и на автомат я тоже вступил, и у меня вступил, включил. И у меня захотел. Не знаю, я отлично шпарю. Ветер в харю, а я шпарю. Ветер в харю, я худею. Да-да-да, иди так. И все, и вот мы тут прям дорога, и тут уже можно нам как бы
определяться по поводу переезда через реку. Как это говорится, широкая река, вот реально, да? Да. Давай, давай, газуй. Блин, ты еще с лопатой поднимай лопату сразу. А то где-нибудь опять там воткнешься под водой. А чё газуй-то? Что, давай тут. Я разгон взял. Так ты сюда подъезжай, лопату поднимай до верха. А то где-нибудь сейчас там втыкнешься и будешь вообще долго буксовать. У меня там ПКУшка, чё мне пофиг, она вверху. Чё, всё? Я готов. Да, ну, поехали, чё. Так, тут, наверное, поправее, потому что тут где-то сразу яма. Ну, всё, и подперли. Вау! Кстати, тут яму, походу, надо полевее ехать, Рома. Слышь, бери... Опа-опа. Бери левее. Я уже направо ломанул. Бери левее. Всё, поплыли, короче. Главное, чтобы прицеп нас не утащил, блин. Все, писец. Я уже шпарю, короче, на автомате. Мама, не горюй. О, черт, как тут глубоко. Рубай, я сейчас утону, наверное, нет? Нормально, нормально. Бери левее, левее бери, вообще бери левее. Фу ты, блин. Бери левее, там я тебе говорю, прям яма вообще. Прям надо было посередине нет, ехать. Все, я объехал, вон, видишь. Да, ты вообще ровненько идешь. Нифига там скатишь. Так, и вот тут надо на выезде правее точно, потому что прямо там точно яма. Это я уже знаю. Я на чем-то там нырял уже. Вот она, справа. Чутка берешь. И вот проход. Опа. О, надо скрин тут на выезде. Прям солнышко так светит. О, нифига, я надо бы встал. И Рома плывет, короче. И плывет Рома. И вот он, Рома, плывет. Левее-то бери. Иди, или что тут? Сейчас я прям так заскриню. Вот и провалился-то, слышь. Ну давай же выпрямляйся. В яме стоишь. Вот я про эту яму и говорил, что тут одна, и вот тут, где телега у тебя конец, там тоже вторая. Ой, лопату можешь опускать. И ты тогда опускай. Нет, я буду как носорог. О, еще и на дыбки встал такой молочарь. Да. Короче, все, я наскринился, там будет опять целая пачка. О. Эти камни и тишки на жизнь. О, я сейчас тебе прочищу дорогу от веток. Да, ты, по-моему, себе прочистишь. Они. У меня мои ветки останутся, а у тебя твои. Да, ладно, да? Да, оно ж и следы у тебя твои же тоже, как бы, оно ж не чистит это все. То есть ты камень где-то сбил, например, а я еду, он у меня на том же месте стоит, где ты его сбивал. То есть не где ты его, куда ты его сбил, а где он у тебя стоял изначально. Также и ветки. Налево, да, пилорам, по-моему? Налево гараж. Прямо куда-то. Ну давай выезжай вот на дорогу, к гаражу сюда и на дорогу. И там она где-то потом будет направо по дороге вот, и да, налево. Там будет. Дальше. Блин, а мы первый-то раз писали сколько? Долго, нет? Да не. Ну скорость, да, он, в принципе, адекватная. Сейчас он, я его подсадил просто с этой кушкой, как бы там двинул, как бы точку, центр тяжести, веса. Ну да. Как бы он подзадохся, так слегонца. Он у него, по-моему, сейчас максималка что-то километров 18, наверное, такая идет. А этот.
Вот где-то оно тут должно быть, нет? Где-то поворот должен быть налево, по-моему. Вот большая дорога, широкая. Вот. Это, или нет? Ну где-то. Она вообще по прямой, нам по прямой. Ну я знаю, что где-то налево должно быть. Ну не-не-не, еще прямо пока прямо едет. Вот. В принципе, вид из кабины тоже такой неплохой. О, кстати, я еще не пробовал. Ты там как ПКУшка не сильно мешает? Да нет, у меня просто два рога вверх торчит и все. Вау, чувака только колбасит тут на этих, на ямах. Амортизации никакой. Ой, ты... Вот удрал. Я от первого, от этого из кабины въехал пассажир. А, вон, я вижу, ты едешь. Камера, ребята, с Пентайрес, который будет с трактором, камера уже отдвинута. И лебедка, я не знаю, я настраивал, нет. Не могу точно сказать. Наверное, нет. А может, да. Короче, посмотрите. Ну, камера точно уже тут такая отодвигается. Кто-то там говорил, что камера не это не двигается. Чем еще не проехали этот поворот-то, нет? Нет, нет, вот ой, следующий поворот. Пилорамут. Ромашки, блин, а были ромашки-то интересно, а? Слушай. Рома, скажи, честный. Скажи, были ромашки? Надо по старым скринам, знаешь, это посмотреть. Кстати, а у меня и сейчас, по-моему, их нету. У тебя вот на этом... Вот на. Перед тобой островочек вот этот, там есть ромашки у тебя? Нету. Откуда тут ромашки? А тут где же... ты видел? Тут же болото. А, нет, вот они, вот они. Ромашки вот, вот в луже, вот тут дальше я вижу ромашки. А может и были, может мы просто уже не обращались с этими модами ни хрена. Да может. Уже просто знаешь, уже мод, что там, где там, а? Как тут криво, как тут ровно. Как че где ставится, аддоны там, куда там баткнуть. А ромашки уже знаешь, уже побол. Вон я вижу эту пилораму. Кофейку глотнуть. Такс. О, Рома там шлифует. Смотрите, ребята, на гусли. И на заднюю ось. Да не, я говорю, с мостами что-то вообще. Это ж... Вау, нифига, у тебя там колеса прямо аж отдельно от прицепа. Бабахнули. О, ты что не видишь? А я скрин в яме ел. На дубах? В луже. Все, еду, включаю седьмую передачу. Ну, как коробка тоже, в принципе, да, нормально так сейчас, адекватно, то есть он терпимо. Неплохо. Ну, на ровной поверхности, короче, он хорошо валит на повышайке, как бы, а так вот, где это самое, лучше, конечно, на автомате просто. Ой, интересно, где бы его так засадить, чтобы ему еще этот самый понижайка понадобилась. Да вообще без понятия, кстати, он что-то едет вообще как по маслу везде. Ну да, лебедка вообще, зачем она тут нужна? Это да, и не говори. И не говори даже. Такие два монстра такие стоят. Скринок какой-нибудь прям ах. Я твой трактор из кабины своего фотка. Да? Да. Умудрился. Ч
Чё, разгружайся, я хочу, может, мне какой-нибудь дадут приз. Джекпот. Достижение, а то я постоянно тут сношу систему, то все. О, достижение. Ребята, дали. Я вверху, да? Да. Это что такое? А, не знаю. Получено достижение, не знаю. А, тебе отображается все это дело, да? Ну что, поехали. У меня было достижение. А у меня что было? Ну тоже видать. Да ладно. Да. Может, надо там сколько рам закрыть в мультиплеере. В основном у меня почему-то вот все достижения почти в мультиплеере идут. Так, куда, говоришь, едем? Да не знаю, поехали налево. Поехали до гаража, доедем, да и все. Я даже вот ради интереса тут кину телегу, пусть она как бы тут валяется. Отцепить прицеп, без прицепа просто ломану с ПКУшкой как бы. Вот, блядь, спрячься. О, я тоже налегке. Да, да, я думаю, налегке так проскочить. Ломануть, катануть. ПКУшка, знаешь, с ней забавно, когда вот быстро едешь, но это на дефолтном полигоне как бы. Там есть горочки такие, берешь вот здоровое бревно, поднимаешь его вверх. И на полном ходу, когда с горки он уж прям, знаешь, так на передних колесах так чешет, жопа поднимается. То есть аккуратнее, ребята, на больших скоростях. ПКУшка с поленом, с здоровым, с бревном, как бы, да. О, бригада ух такие. Краб и лопата такие. Чешут. Что-то, Рома, ты опять застрял там. Ты все не ищешь легких путей, я смотрю. Ага. Не, нормально, нормально. Так и не взяли, кстати, этот шестиочковый, блин, этот прицеп. Надо было его как. Блин, как он грязь месит вообще. Просто на ура едет такой. Вау. Бонзай. Вот где техника. Да? Зверюга такая. Ну, камень намотала на гушку. Проскочила, что-то куда-то выплюнула. Вон он в небе остался висеть. Нифига его там закинул. Да его засадить, по-моему, невозможно. Да, я тоже так думаю. Вон, когда вроде по грязи рулишь, там она одной буксует. Вот. Бросаешь это самое руль. Он выравнивается, вырубаешь диф, и он где угодно проедет. Я под... Ты это видел, да? Да. На автомате так? Да, включил этот мост. Мне лопата не дает. Да как он, сними в гараже ее. Вот сейчас тут я, наверное, свалюсь, вот прям на ПКУшку. Я этот дифференциал заблокировал, на автомате залез. Все. Оп. Да нет, с ПКУшки, смотри, вообще нормально скатился. Нормально. 5 баллов. Врезался, да? Да. А, у меня не показало. Ну, ты меня бортанул, да, в этот бок-то. Ну вот, ребята, а-а-а. Так что вот такой трактор получился как-то, я не знаю. Кому нравится, не нравится. Мне так нравится, вообще обалденная. И мне нравится. Штука очень хорошая, синхронизация. Там где-то есть какие-то недочеты, ну а что вы хотели? Бывает еще в миллион раз хуже, поэтому что тут удивляться, как бы. С учетом, что это самый обалденный гушник, как бы вообще за всю спинку, наверное, да, который вот
Да. Попали вообще к нам, поэтому что тут удивляться. Кстати, заработала синхронизация опять. А уже темнеет. Ну, у тебя фары, ну-ка поверни ко мне. Фары уже, наверное, горят. А, нет, ну должны сейчас загораться. Ну, можешь так постоять, сейчас посмотрим, как. О, о, да, видно, все. Здесь вон пошли уже в свет. Сейчас вот чем темнее, тем они будут ярче, да? Надо было тебе еще и значок поставить с крышей. А, я наоборот кабриолет оставил. А. Проветриться. Так что вот, ребята, будет такая версия с водителем и без водителя. Камера там на месте водителя будет. То есть, как бы, я понимаю, что многие просто не понимают, какие файлы там, что надо удалить. Поэтому я выложу прям полную версию с водителем и отдельно полную версию без водителя. То есть это уже на ваше усмотрение, качайте там кому чего надо. То есть можете и то скачать, и это скачать. Как бы, что больше понравится, прокатитесь. Вот на этом, наверное, я думаю, будем заканчивать стримчик. Рома, тебе спасибо огромное за проверку трактора в мультиплеере, чтобы люди как бы знали, видели, что тут есть, как оно что работает. Тебе спасибо за отличный мод, за доработку. Да, нормально, что это как бы... Что мог-то сделал, как бы, я думаю, что автор мог бы за время существования данного мода и побольше там накрутить и сам сделать в идеале вообще все. То есть поэтому, я думаю, многим понравится, как бы, в отличие от того, что как бы нам предоставили и то, что получилось. Отлично, на мое усмотрение, так намного как бы повеселее, поприкольнее все это дело. О, луна, солнце, вся фигня. Фонарь, да? Вот. Так что вот, ребята, подписывайте группу, подписывайтесь на канал. Ромах, тебе спасибо огромное, как бы. Все, всем удачки, ребята, здоровья, моря, как бы любви, счастья, мирного неба над головой. Все мы братья. Все, всем пока. Да. Всем пока. С вами был Ракман и Драйвер 51 Рус. Всем удачки. Всем пока. Всем пока, да.